Следующий вопрос это моего коллеги с канала «Россия-24». Я его все-таки как-то так перефразирую. А что? Вот. Какой-то необычный? Необычный? Ну, он, да, наверное, необычный все-таки. Угу. Давайте я так скажу. Почему вы бываете резкой? Вот так, скажем. Я вот такой слово. Там что написано? Хамоватый? Да. Вы прочитали, да? Нет. Я догадываюсь. Давайте это будет последний вопрос. А что, вы считаете, люди не могут быть резкими? Или даже иногда хамоватыми? Они не бывают резкими и на ровном месте. Всегда есть причина. Почему? Потому что человечек приходит в мир, вот он, вот такой вот. Вот. То есть ему... Человечек. Да. Угу. Ну, они же тоже человечки. Если не хотите, можете не отвечать на этот вопрос. Вы знаете, я бы лучше, если бы говорить, что это последний вопрос, если можно, все-таки бы уделила внимание вопросу благотворительности. Давайте, тогда это будет ответ. Спасибо. Да, это будет... Пусть это будет ответ. Ответ, он будет, да, не резким и не хамоватым, попросите, да, прощения у вашего коллеги. Да, заранее. А у нас одна минута. Очень жаль. Да. Мы недавно провели с фондом «Созидание», где я являюсь попечителем, замечательную совершенно акцию. Мы показывали, это просто очень ярко, вы должны были наверняка в моем фейсбуке, если вы готовились, посмотреть эти фотографии. Там было много всяких моих подруг, которые ходили в роскошных платьях, это был благотворительный показ. И все это проходило вот минувшую субботу, я просто до сих пор под впечатлением. У меня, правда, в фейсбуке много фотографий, угу. И даже директора нашего фонда «Созидание» Елену Смирнову, мать четверых детей и пятого, они еще взяли себе недавно четырехмесячную девочку, даже ее мы нарядили в роскошное платье от Веры Монк. И все это мы ходили по подиуму, там была музыка и много народу, и мы собрали 400 тысяч рублей, что для нашего фонда очень много, которые немедленно же пошли на оплату всяких операций и необходимых больным и малоимущим людям, которых у нас очень много в стране. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».